Здесь лучше не стоять. Прокуратура Фрунзенского района проверила автостоянку на улице Мархлевского и выяснила, что парковка на данном муниципальном участке располагается незаконно. Договорные отношения по аренде территории мэрия с предпринимателем прекратила. Однако бизнес продолжает процветать и приносить прибыль своему владельцу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, направлены представления в адрес главы города Иваново и хозяйствующего субъекта. Последнему грозит серьезный штраф за самовольный захват земли. За самовольное занятие земельного участка Кодексом административных правонарушений предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1,5 до 2% в зависимости от стоимости кадастрового земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка определена в размере около 8 миллионов рублей.